Для меня конференция как молитва. Вот мы должны перед началом учебного года прочитать эту молитву, с чем мы войдем в новый учебный год, чем нам заниматься, на какие основные проблемы обратить внимание. И тема сегодняшней повестки дня, она, наверное, актуальна как никогда, потому что мы живем в совершенно новом мире, мире цифры. Мы живем в таких условиях, когда наше влияние очное на воспитание ребенка иногда сводится, ну, совсем до каких-то крошечек, потому что все остальное формируется не в семье, а чаще всего социальными сетями. И вы знаете, что у нас сегодня все меньше и меньше рейдовые мероприятия, которые проводит Юрий Михайлович Казетов по пребыванию ребенка в поздние часы на улице, приносят улов. Дома сидят. Самое главное было, когда я был пацаном, это «мама, отпусти меня погулять». И «мама, дай мне еще 15-20 минут побыть на улице». Сейчас это совершенно другая, как бы, плоскость. Просится побыть еще немножко, я в компьютере посижу, я пойду сейчас делать уроки и заниматься нужным делом. Поэтому нельзя это не сбрасывать со счетов и понимать, какое влияние сегодня социальные сети влияют, как социальные сети влияют на воспитание ребенка. В школе номер 2 прошло расширенное совещание руководителей образовательных учреждений Магадана. Собравшиеся обсудили стратегию и тактику развития воспитательной работы в муниципальных образовательных организациях областного центра. Руководитель департамента образования Алексей Юрзицкий считает, что воспитательную функцию из учреждения образования никто не убирал, просто она изменилась. Должна идти совместная работа – учитель, родитель и ребенок. Кроме этого, в ходе работы совещания был отмечен хороший уровень системы воспитательной работы в образовании учреждениях города, результативное участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских проектах.